Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алена. Сколько вам лет? 18. Аленочка, скажите, пожалуйста, а для чего вы пришли к нам на проект? Ну, еще одна ступень в моем творческом пути. Тогда следующий вопрос. А пение – это что, это хобби, это профессия? Ну, хобби, переходящая в профессию, можно так сказать. А что вы нам сегодня будете петь? Я люблю только тебя, Пономарев. Варто чи ні жити без тебе, я полетів з тобою в небо, я повернув би час назад і сказав. Огромное за участие. Спасибо. Очень было приятно вас услышать. Всего доброго, успехов в творческом пути. Спасибо, до свидания.